товарищи рабочие, я член Рабочей партии России, рабочий Урясев Александр, обращаюсь к вам с предложением, да, с просьбой, присоединяйтесь к Российскому комитету рабочих. Что это за мероприятие? Это собрание рабочего актива, сочувствующих представителей нерабочих специальностей, интеллигенция, профессура, тех, кто ведет реальную работу и в рабочих коллективах, и с рабочими коллективами, ради подъема рабочего движения, ради организации профсоюзов, ради того, чтобы рабочие начали сами бороться за свои права и даже больше за свои интересы. Поскольку право, в том числе и право рабочего, это не то, что ему кто-то что-то дает, это то, что сам рабочий берет. У кого берет? У нанимателей, у правительства, у буржуазного государства. Российский комитет рабочих вот уже много лет занят тем, что аккумулирует и распространяет знания об успешной борьбе рабочих, а не очень успешной, разрабатывает теоретические положения по развитию этой самой борьбы. Кого мы хотим видеть на Российском комитете рабочих? В первую очередь, конечно же, рабочих, направленных другими рабочими с какими-то конкретными вопросами или идеями, или с просьбой о помощи. Для этого соберитесь группой в 6 человек. Выберите одного. Заполните вот этот вот листочек, где написано: мы, ниже подписавшиеся рабочие, направляем нашего товарища делегатом на Российский комитет рабочих. И внизу 5 подписей. Все. Такой делегат получает право решающего голоса и возможность говорить от вашего коллектива. Пускай приезжают. Пускай привозят свои вопросы, свои сомнения. Я уверен, найдутся люди, которые смогут ответить на эти вопросы и помочь в этих сомнениях. Главное желание что-то сделать, главное желание превратить толпу рабочих коллег в коллектив, главное желание с помощью этого коллектива добиться улучшения своей жизни и жизни других рабочих. Приезжайте, будем очень рады. Спасибо.